Подобные случаи раз в 100 лет. И воздушный транспорт самый безопасный в истории человечества. На втором месте идет морской транспорт, на третьем железнодорожный. Самый опасный автомобиль. Дорога, то есть земля, железнодорожный, морской и воздушный самый безопасный. Поэтому здесь летайте сколько хотите, никаких проблем нету. Тем более сейчас, когда весь мир, так говорится, взялся за это дело, и больше ни одни туристы не появятся в Шарм-Шейхе без резкого усиления мер безопасности.